советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества. На этой французской карте 17 века якобы нет Украины. Глава Конституционного суда Валерий Зорькин показывает Владимиру Путину очередное так называемое доказательство тому, что, по словам самого Путина, всем и так известно. Как история стала опасным оружием Путина в войне против Украины. Вы сражаетесь за Родину. История вообще опасная вещь. Потому что история дает примеры всему и находит доказательства абсолютно всему. Каждое поколение пишет свою историю. Вот это как раз нормально. Другое дело, что в примере Путина мы видим, когда история становится объектом манипуляции. Это же как бы не связано с там, академическим бескорыстным интересом нашего президента. Это не история. Это не история как живое знание. Это история как некое такое хранилище всего и вся, из которого мы будем доставать только то, что нам нужно на данный момент. Учитель истории из Архангельска Михаил Капица еще в 2014 году на своих уроках называл события в Крыму аннексией. В 2022 году он покинул Россию, сейчас он живет и работает в Черногории. Коллеги из России прислали ему фотографии новых учебников истории, в которых появилась глава об СВО. Здесь и про кулак Запада, нацеленный на Россию, и про то, как Россия была вынуждена предпринять превентивные меры. Как один мой коллега прокомментировал, что автор попутал жанры. Учебники, они, в общем, не для того. Не для пропаганды. Они должны дидактические цели преследовать. В данном случае никаких дидактических целей. Понятное дело, что этот текст не решает. Ребята в 10-11 классе, которым нужно это будет заучивать. Единственное, что они могут, они смогут только зазубривать вот эти формулировки, жуткие кондовые формулировки, которые там написаны. Эти формулировки невозможно запомнить. И это на самом деле... Как это не смешно звучит. Это меня радует, потому что подобные вещи очень легко выхолащиваются, улетучиваются из головы. Если мы посмотрим, как идет эта глава, она, ну, вначале, по крайней мере, напоминает какое-то историческое повествование. А потом она как раз срывается в эти лозунги, и здесь как раз учебник истории заканчивается, начинается что-то другое. И действительно, это как раз то, что дает основание предполагать, что здесь авторы не вполне профессионально себя повели, как минимум. Авторами пособия значатся депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов и советник директора ФСО Сергей Девятов. Оба имеют звание докторов исторических наук. Мы знаем бэкграунд этих авторов, во-первых. А во-вторых, гуманитарные научные степени в современной России значительным образом девальвированы. И нам очень хорошо показал Диссернет, насколько это все девальвировано. С Никоновым вообще все понятно, это внук Молотова, и по прошествии десятилетий он с каждым годом все больше и больше об этом думает и рассказывает. Раньше как-то про это молчал, теперь он внук великого государственного деятеля. Что касается Девятого, он доктор наук, но послушайте, сегодня, выйди на улицу, плюнь первого встречного, и 50% будет доктор наук гуманитарных каких-то. Товарищ Девятов, он прославился тем, что он воспевает достижения охранки, без поправок на то, какая власть. То есть он воспевал достижения советской службы охраны, он там рассказывает о том, как была устроена охрана Сталина. Значит, то есть парень, он как бы охранитель в прямом смысле, поскольку его интересуют вопросы охраны. Глава о специальной военной операции в новом учебнике заканчивается цитатой Молотова в день нападения гитлеровской Германии на СССР. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Ни указания, кому принадлежит эта цитата, ни даже кавычек при этом авторы учебника решили не использовать. Подозреваю, что вообще все это мероприятие, все написание учебника, возможно, затевалось ради того, чтобы Никонов мог на себя примерить
китель или что там, Молотова. И нет ничего более пошлого, чем спекулировать речью, которую когда-то произнес твой дед. Тем более, что речь идет об абсолютно обратных значениях исторических, потому что это Россия напала на соседнюю страну. И использовать слова «враг будет разбит, победа будет за нами», ребят, хоть бы постеснялись слегка. Издательство «Русское слово», выпустившее учебник, заявило, что обязательным он не является. Но освобождает ли это учителей от обязанности следовать нужной трактовке? Фактически в России с марта прошлого года действует военная цензура, когда у нас начали действовать две новых нормы. Это норма о дискредитации армии и о фейках, так называемой недостоверной информации о вооруженных силах. И, на мой взгляд, здесь важнее именно это. То есть с большей вероятностью учителя, которые решат порассуждать об этих событиях, они могут столкнуться с тем, что если кто-то на них донесет, ученики, родители, администрация школы, они могут столкнуться с проблемой именно в связи с этим. Не в связи с тем, что они используют тот или иной учебник, а в связи с тем, что то, каким образом они излагают материал, в чем-то не согласуется с версией событий Министерства обороны. Михаил Капица утверждает, что в России у него остались коллеги, которые не ведут свои уроки по методичкам режима. Я всегда говорил, что урок – моя территория. Я дверь закрываю, и дальше я работаю. И я знаю, что попробуйте продиктовать мне, что я буду говорить, что из этого выйдет. Я знаю, что многие учителя придерживаются подобной точки зрения, во всяком случае, моего круга. И это тоже вселяет надежду. Нам сейчас куда без надежды. Попытки полностью контролировать написание современной истории и переписать страницы прошлого рано или поздно приведут к тому, что подобные учебники сами станут частью черных страниц российской истории, предполагают эксперты.